Вот так закалялась сталь на металлургических заводах, а это парад военной техники на Красной площади в 1940 году. Всего более 100 фотографий, сделанных еще до Великой Отечественной войны. За каждым снимком на этой выставке своя история. Однажды автор Аркадий Шайхет чуть было не погиб, снимая Киевский вокзал в Москве с огромной высоты. Шагнул в пустоту и повис на каком-то крюке. Ну, дальше его сняли, он пошел в редакцию, отдал негатив и сделали эти снимки. Куратор выставки, она же внучка автора работ, делится. Здесь собрана только третья часть фотографий деда. Аркадий Шайхет родился в 1898 году на Украине. Позже переехал в Россию, устроился в фотоателье, а позже стал штатным фотографом нескольких советских газет, благодаря чему объездил полстраны. Нужно было показать то основное, ради чего он туда приехал, и запечатлеть это для неграмотной страны. Значит, эта фотография должна была быть почти словом. Выставка фотографий Аркадия Шайхета в галерее «Виктория» будет работать до 1 марта. Павел Баймаков, Станислав Левин. События.